Глава Армавира Андрей Харченко вместе со специалистами, курирующими промышленный комплекс города, побывал на предприятии по переработке бумажного вторсырья. Расположено оно на улице Шоссейной. Инвесторы планируют наращивать производственные мощности. Предприятие работает уже 14-й год. Как рассказал его руководитель, за это время здесь сложился профессиональный коллектив. Он сравнительно небольшой – 90 человек. Трудятся в 3 смены. Основной вид деятельности – переработка макулатуры. С заказами проблем нет. Продукцию поставляют во многие регионы России. Глава Армавира Андрей Харченко осмотрел цеха и ознакомился с условиями работы сотрудников. Городоначальник отметил существенный вклад инвесторов в развитие промышленной отрасли в городе и предложил руководству предприятия всестороннюю поддержку. В частности, здесь планируют увеличить мощности, поэтому потребуется помощь в оформлении новых земельных участков под производство и под парковку для автомобилей работников предприятия.